переводе очень дрожали руки. Так возникла японская письменность. Словарь Пушкина составлял 100 тысяч слов. В современном японском языке всего 10 тысяч иероглифов. Поэтому японцам приходится изворачиваться. Как же японцы выходят из положения? Они используют сочетание символов. Например, красивая девушка и под сенью сакуры в цвету вместе означают пограничница в засаде, нелегка женская доля на плантации, а также мечтать не вредно, перерыв в гастрономе между часом и двумя, и даже, осторожно, двери закрываются. Следующая станция – цветочный базар. Иногда очень глубокие и абстрактные понятия передаются всего одним иероглифом. Например, что по-японски означает «кратчайший путь между двумя точками – прямая». Но чаще более сложные понятия передаются тремя и больше иероглифами. Например, «двуглавая вершина Фудзияма». Гимн Японии. Теорема Пифагора. Так передаются даже поэтические строфы. Быстро свернув налево, я услышал звонкую трель. Ловко за деревом спрятался японский городовой. Естественно, особую трудность представляет передача иностранных слов. Возьмем, например, слово «Россия». Японцы его передают тремя словами. «Рю» — «сугроб», «си» — «ползти» и широко известного иероглифа «кия», что вместе означает «северный друг приходит неожиданно». Вообще, японцы обозначают этими иероглифами все, что связано с Россией. И изредка используют еще четвертое состояние после третьей бутылки. Кстати, этим иероглифом обозначается состояние Вселенной до сотворения мира. По своей фазы можно переходить к более сложным задачам. Задача рекурсии. Как при помощи иероглифов обозначить само слово иероглиф? Вот простое решение. Где звездочка в конце означает любое сочетание иероглифов. Вообще, лаконичность японского языка поражает. Война и мир. Сага о форсайтах. Библия. Ну и, конечно, как вы уже догадались, роман Горького «Мать». И закончить свой рассказ о японском я бы хотел прекрасным рассказом. Однажды Басё зашел к Оэмагатари и застал его сосредоточенным. «Все птицы замолкли», — сказал Басё. Магатари молча нарисовал иероглиф «Ци», что означает «спокойствие». «Дорога вся белая в тумане». Магатари молча нарисовал «Юя», что означает «постижение». «Что все это означает?» — спросил Басё. «Ничего», — ответил Магатари. «Обновляй номер на грузовике».